We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning from Buenos Aires, Argentina for me. Доброе утро из Буэнос-Айреса. Доброе утро, добрый вечер, в зависимости от того, вот в какой временной зоне вы сейчас находитесь. Я очень рада, что могу начать эту сессию, которая касается добрых, плохих и злых сторон интернета. Меня зовут Ольга Коваль, я буду со-модератором этой сессии вместе с моей коллегой из Германии. Спасибо большое польскому правительству за организацию этой интересной сессии и за приготовление вот всего мероприятия. Мне очень жаль, что мне не удалось поехать в Польшу. Были такие планы, но вот не сбылись. Когда я вижу наших коллег в конференц-зале, я очень сожалею, что не смогла приехать. О чем пойдет речь на нашей сессии? А именно влияние пандемии COVID-19 будет обсуждаться. Мы поняли, что эта пандемия повлияла на все сферы нашей жизни и создала новые трудности, новые вызовы. Мы будем говорить о разных общинах и о разных местных сообществах, в частности, о молодежи, о региональных процессах. Мы говорим о процессах НРИ. Будем говорить о том, как вот эти процессы национальные, региональные и молодежные могут повлиять на существование мира во время пандемии COVID-19. Спасибо большое. Сандра, передаю вам слово. Спасибо, Ольга. Я приветствую участников мира процессов НРИ. Что это такое? К сожалению, в моей стране, в Германии, в настоящее время ситуация, связанная с пандемией COVID-19, отнюдь не хорошая. Поэтому я решила все-таки не путешествовать, чтобы не рисковать получить коронавирус, потому что сейчас уже под вопросительным знаком если у кого-то тяжкий приступ болезни, может ли он найти место в больнице. То есть я готовилась 3-4 месяца к нашей работе, нашей группы НРИ, то есть занимающейся национальными, региональными и молодежными процессами. Они координируются нашей коллегой Аней. Мы говорим о около более 100 группах НРИ. Это работа, которая идет снизу вверх. Есть у нас также докладчики, которые помогают нам отчитываться в результате нашей работы, подводить ее итоги. Я думаю, что эти докладчики получат шанс, чтобы отчитаться о работе групп НРИ. Ольга, расскажите, пожалуйста, какая повестка дня у нас сегодня? Огромное спасибо, Сандра. Скажу так, у нас очень много участников в онлайновом режиме. Многие хотели бы подключиться активно к этой дискуссии. И я думаю, что эта сессия просто пройдет в очень таком открытом формате. Нет тут какого-то предварительного плана, но прошу вас придерживаться, укладываться во времени. То есть говорите сжато, говорите коротко, как максимум 2 минуты, чтобы все могли взять слово. Можно также задавать вопросы или давать комментарии в чате. А те, кто на месте, в Катовице, пожалуйста, поднимите руку, если вы хотите взять слово. Было уже сказано, что данная сессия касается интернета во время кризиса.
Какой урок мы извлекли, чему мы научились за это время? И вот есть три аспекта. То есть хорошие аспекты интернета, новые шансы, новые возможности, удаленная работа, электронная торговля, обучение онлайн, плохие аспекты интернета, киберпреступность и злые или некрасивые аспекты. То есть язык вражды, дезинформация, ущемление прав человека и так далее. Так что давайте мы поговорим о хороших, плохих и злых аспектах интернета во время кризиса. Пожалуйста, говорите коротко, говорите сжато и назовите свое имя, если хотите взять слово. Так что, Сандра, я передаю тебе микрофон. Начнем, давайте, со следующего вопроса. Вопрос о политике. А именно, я хочу пригласить всех представителей групп НРИ. У меня такой вот список оказался. Это список фамилий. И попрошу Аню, чтобы она, ну, по возможности проверяла этот список. И поделитесь, пожалуйста, своим опытом, связанным с добрыми, хорошими, плохими аспектами интернета в кризисное время. И еще раз повторю, что вот если вы подключаетесь к нам онлайн, пожалуйста, пишите нам в чат. И можно также поднимать руку, то есть нажать кнопочку. Я думаю, Асвальдо здесь поднял руку. Или, возможно, вы совершенно случайно щелкнули на эту икону, или вы действительно хотите взять слово. Да, я передаю тогда вам слово. Да, что касается вопросов политики, в моей стране, это Доминикана, я могу сказать, что у нас очень много опыта уже накопилось. Интернет стал источником новых шансов, которые нашли свое отражение в бизнесе. То есть можно было предлагать свои продукты и услуги в онлайновом режиме. Я приведу пример. Супермаркеты раньше неохотно принимали за создание приложений для онлайн-покупок. И не все супермаркеты предоставляли услугу доставки покупок на дом. И надо сказать, что пандемия создала вот такую новую возможность. И это, конечно, стало стимулом для супермаркетов для разработки новых услуг онлайн. Что касается образования, я могу сказать, что я учитель, преподаватель университета и веду занятия о кибербезопасности. Нам повезло, нам удалось в онлайн-режиме предлагать занятия для всех студентов. Это не всегда было просто. Иногда нужно было устанавливать новую связь, в частности. Вот некоторые студенты оставались в кампусе, а некоторые уезжали к себе домой. Да, вот те студенты, которые оставались в кампусе, пользовались бесплатным интернетом. А вот те, кто уехал домой, надо было устанавливать новую интернет-связь, подключаться заново к интернету. И я должен сказать, что мы, то есть представители этой социальной общественной группы, те, кто интересуется интернетом и кто специализируется на киберпространстве, мы воспользовались этим шансом для того, чтобы выкладывать все более значимый контент в интернет для наших студентов. Так что я вижу хорошие аспекты пандемии. Несомненно, трафик в интернете увеличится, точно так же, как доступ к интернет-контенту, цифровому контенту. И можно сказать,
Инициатива цифровой трансформации, запущенная правительством нашей страны, также принимает и базируется на многостороннем подходе. То есть нам удалось создать программу цифрового развития, в котором задействованы разные заинтересованные лица и группы. И я думаю, что это отразилось также в мой лучшей связи, потому что до пандемии та связь не была отнюдь хороша. Спасибо, Асвальдо. Я настоятельно прошу, чтобы вы соблюдали временные рамки. Я надеялась, что нам удастся запустить на платформе Zoom какие-нибудь часы, чтобы вы видели, сколько времени у вас остается. А теперь я вижу на списке участников имя Лауры Палациус. И извиняюсь, если я неправильно произнесла. Прошу вас ваш комментарий. Прокомментируйте. Лаура, вы нас слышите? Buenos días. Добрый день. Я представляю Колумбийский форум по управлению интернетом. Представляю также студентов колумбийских, но и кубинских университетов. Во время пандемии интернет оказывал глубокое воздействие на все сферы жизни. Многие магазины, многие точки оказания услуг вынуждены были закрыть свою деятельность и перейти в интернет. В прошлом году этого типа e-торговля выросла на более 40%. В то же время, надо сказать, что этот переход во всей этой деятельности в сеть оказал воздействие на общество, и это было как положительное, так и отрицательное воздействие, и имеется в виду воздействие на региональном и общенациональном уровнях. Необходимо отметить, что в некоторых точках Колумбии интенсивные потоки в интернете привели к некоторым затруднениям с функционированием интернета, что, конечно, снижает доверие к этой сети. Во время пандемии мы все, однако, увидели, насколько важным является обеспечение свобод, таких как свобода слова, как офлайн, так и онлайн. Во время пандемии наше правительство ввело различные решения разнообразного характера, и некоторые этого типа действия вызвали беспокойство в определенных секторах общества. Некоторые опасались, что их права будут ущемлены. На некоторых платформах гораздо более отчетливо прослеживаются некоторые слабые стороны функционирования интернета. Вот, например, в плане срабатывания защиты персональных данных не все платформы и не все программы заботятся о соблюдении этих прав. Это замечалось в случае некоторых приложений или программ. Сердечно благодарю за предоставленную мне возможность выступить. И я вас благодарю. Я хотела бы, чтобы мы пока сосредоточились на положительных аспектах интернета. Вы стали обсуждать эти отрицательные. Давайте оставим их на более позднее время. А теперь давайте позволим высказаться другим о тех положительных изменениях, которые были связаны с интернетом во время кризиса. Еще раз прошу умещаться в двухминутные рамки, которые предоставляются каждому выступающему. Сначала Родни, потом будет Мухаммед. Родни, 2 минуты, чтобы высказаться о положительных аспектах интернета во время пандемии. Родни Тейлор, сердечно всех приветствую. И приветствую от имени Карибского союза электросвязи.
Мы будем хозяином 17-го выпуска форума по управлению интернетом на Карибских островах, и нам интернет позволил продолжать дистанционно нашу работу из дома, и это положительная сторона. Позволил также проводить обучение онлайн, некоторым позволил поддерживать связи с людьми, так что он позволил нам функционировать в повседневном плане. Что касается государственной администрации, то, безусловно, интернет позволил нам ускорить процесс цифровой трансформации. Итак, благодаря интернету многие услуги публичной администрации могли оставаться доступными для населения. И экономика, которая в случае некоторых стран очень сильно опирается на туризм, также могла функционировать и не стала жертвой кризиса COVID-19 в такой огромной степени, как могла бы. Мы все видим, замечаем ускорение цифровой трансформации. Интернет стал показал себя довольно устойчивой средой, благодаря которой мы смогли как-то пройти этот период ковида. И, Андрес, спасибо за приглашение. Я представляю один из фондов по управлению интернетом в Эстонии. Итак, к положительным аспектам я бы хотел отнести конкретные примеры, связанные с управлением интернетом в Эстонии. И вот такой пример, который касается проведения саммита по управлению интернетом в Эстонии весной прошлого года. Уже седьмой раз такая встреча состоялась. И тот факт, что такая встреча могла пройти онлайн, сам по себе был уже весьма положительным. Мы таким образом использовали гибридный формат. Мы использовали платформу Zoom, но также мы привлекли профессионалов. Мы располагали студией, из которой транслировали части из выступлений. Позвольте мне представить такую запись. И надеюсь, что эту запись я смогу вам воспроизвести. Извините. Почему я хотел воспроизвести эту запись? Потому что мы все люди. И иногда бывают проблемы, но мы всегда должны стараться делать то, что нам положено делать, и делать это, возможно, лучше. Я считаю, что цифровая эпоха имеет множество преимуществ, которые мы должны использовать так максимально, как это возможно. Спасибо, Андрес. У нас целая группа людей, которые хотели бы высказаться, и, к сожалению, больше заявок уже не принимаем. Еще принимаем заявки от Дженнифер, Эммануила, Мухаммада, Айлен, Назара. И последним будет еще последний человек, поднявший руку. Это будут те, кто будут высказываться о положительных аспектах интернета. А потом пойдет следующий раунд, когда мы выскажемся об отрицательных аспектах. Дженнифер, я представляю IGF Азиатского и Тихоокеанского регионов, а я здесь, на месте в Катовице, выскажусь коротко. Говоря о нашем регионе, то, как и все другие в мире, нам пришлось бороться с отрицательными последствиями пандемии коронавируса. Но хорошая сторона этого такова, что в плане образования
оно было, к нему подошли с особым вниманием. Очень быстро были внедрены услуги, связанные с удаленным образованием. Передавались соответствующие сведения о том, как дети и молодежь могут продолжать учиться. И этого типа услуги были необычно важными. Информация передавалась, что очень важно, потому что сейчас мы сталкиваемся с большим количеством дезинформации. Итак, проводились различные исследования, в том числе в Непале, и было отмечено, что существуют положительные последствия программ и инициатив, предпринимаемых Министерством образования. Этого типа программы относились, помимо прочего, к образованию, к формированию или расширению цифровых навыков. Этого типа программы внедрялись также в Сингапуре, в Австралии и в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И они показывают, что очень многое старались сделать в плане расширения доступа к дистанционному образованию, также по схеме частно-публичного партнерства. Что касается Азии, то этого типа программы тоже вводились. Имелось в виду то, чтобы особенно ученики, проживающие на территориях самых отдаленных обществ, имели доступ к материалам или ресурсам, доступным на их местных родных языках, коренных. Очень многое происходило в плане выстраивания потенциала, компетенции и использования доступных ресурсов во время пандемии. Благодарю. А как выглядит ситуация в Италии? Добрый день. Я член правления движения IGF в Италии, и особенно в период пандемии мы столкнулись с несколькими положительными явлениями. Во-первых, я хотел бы указать на ускорение цифровизации, то есть процесса, который начался, конечно, раньше, но заметно ускорился в период пандемии, особенно в плане приобретения цифровых навыков. И видим, что эти навыки, это база компетенций, создается и в секторе малых и средних предприятий, а также и среди членов гражданского общества. Так что мы видим, что замечается большая активность торгово-промышленной палаты, которая пытается общаться с малыми и средними предприятиями, участвовать в дебатах, представляя, какие преимущества может принести интернет. В плане гражданского общества мы заметили, что в период пандемии использовались механизмы цифрового подтверждения, идентификации, идентичности. Это значит, что все шире жители нашего региона, нашей страны пользуются механизмами подтверждения личности при пользовании интернет-услугами. Это очередной шаг в сторону увеличенной цифровизации, и люди благодаря этому могут еще чаще, еще лучше пользоваться цифровыми услугами. И в завершение я бы хотела упомянуть о услугах по дистанционному тренингу, которые предоставлялись организацией IGF в Италии. Мы обучили около 500 000 учеников и студентов по защите данных, по предоставлению данных безопасным образом, а также мы пытались посредством этих тренингов выстраивать сознание о том, как можно безопасно передавать данные. А теперь просим Мухаммада и просим снимать галочки, когда вы уже выступили. Я представляю IGF и инициативу MRIF Северной Африки. Я бы хотел сказать, что мы очень активно действуем и очень активно обсуждаем те вопросы и политики, которые обсуждаются также в ходе текущего саммита IGF. Во время пандемии коронавируса наш регион, как и другие регионы, прошел в значительной степени к дистанционному обучению. Вот, например, в Египте
Проводятся программы дистанционного обучения, были внедрены программы и приняты меры по ограничению отрицательного воздействия пандемии коронавируса. И вот Министерство образования запустило разные платформы, которые должны были предоставить детям доступ к ресурсам, чтобы они могли беспрепятственно получать знания. Очередной вопрос – это то, что во время пандемии COVID-19 ускорилась цифровизация сектора торговли. Значит, люди все чаще стали прибегать к таким возможностям, как покупки в сети. И это также позволило предпринимателям, которые действуют на рынке, удержаться на этом рынке во время пандемии. С этой целью использовались платформы по продажам, создавшиеся в нашем регионе. Это, пожалуй, самое важное воздействие. Можно таким образом сказать, что жители нашего региона проявляют все растущее доверие к тем каналам, которые позволяют продавать продукты и услуги в интернете. Спасибо, это все с моей стороны. Спасибо и вам. Мы получили сообщение в чате от Трейси из Тринидада и Тобаго, а также от еще одного человека, которые хотели бы высказаться об этих положительных аспектах. Нена, она в зале в городе Катовице, я предоставляю ей слово. Спасибо, меня зовут Нена. Я хотела бы поделиться моими выводами, которые я сделала на основании работ групп НРИ. Я член Организационного комитета по форума по данным ООН. В прошлом году этот форум прошел онлайн из-за пандемии коронавируса, но в этом году он будет состояться в Швейцарии. И мы планируем провести в этом году сессию в стационарных условиях. Причем в этом контексте я хотела бы предложить, чтобы в рамках проведения этого форума использовать такую формулу, которую мы видим сейчас во время цифрового саммита. То есть, имею в виду использование этих региональных хабов. Работы в связи с форумом данных ООН ведутся. Прошло уже 20 таких местных встреч в рамках этих подготовительных работ. Работает программный совет. И я думаю, что мы идем в правильную сторону, и удастся у нас провести этот форум стационарно. Спасибо, Нена. А теперь я еще раз хотела бы упомянуть о том, что, к сожалению, мы не можем принять больше заявок на голос в этом первом раунде. А теперь будет выступать Айлин, которая заявила о желании выступать раньше. Спасибо за предоставление мне слова. Меня зовут Айлин. Я представляю НРИ из Аргентины. То есть мы являемся организацией, объединяющей молодых людей не только из Аргентины, но и из других регионов. Я бы хотела сказать здесь, что во время пандемии коронавируса нам удалось инициировать многие действия, например, по выстраиванию потенциала, по приобретению новой компетенции. Например, мы представляли выводы из наших работ на более широком группе, что для нас очень важно, чтобы открывать и возможности сотрудничать между молодыми людьми, ведь это сотрудничество имеет огромное значение. Говоря о нашей организации, то мы здесь, в Аргентине, провели нашу ежегодную встречу в форме вебинара, в котором участвовали очень много молодых людей из Аргентины, благодаря чему интернет стал для нас инклюзивной площадкой обмена информацией на темы, которые интересуют молодых людей. Необходимо отметить и то, что очень нужен обмен информацией и взглядов не только среди молодых людей, но также и между поколениями. И это также
то, чем мы занимались в ходе наших работ. Говоря о пандемии, то, чему она нас научила, это в первую очередь то, что мы не должны колебаться. Мы всегда должны использовать все возможности сотрудничества в духе солидарности, потому что только так мы можем добиться большего. Благодарю за эти замечания, Айлин. Следующий человек, который дожидается возможности взять слово, это Сандра. Спасибо. Назар. Меня зовут Назар, благодарю за слово. Я из Танзании, я представляю саммит IGF, который проводится в Танзании. Я хотел бы сказать, что, по-моему, является позитивным последствием развития и прогресса цифровизации во время пандемии коронавируса. Я думаю, что пандемия привела к тому, что в нашей местной экосистеме появились новые инновации. Например, местные университеты стали разрабатывать новые платформы для более широкого доступа к онлайн-обучению. Во-вторых, мы также видели цифровизацию услуг, государственных услуг. Этот процесс действительно ускорился, решительно ускорился. И сейчас мы можем вступать в контакт с госадминистрацией по интернету. Например, результаты тестов на коронавирус мы можем получать сейчас по интернету. Мы не обязаны возвращаться в пункт, где мы сдавали анализы, чтобы получить результат на бумаге. Второе – это то, что государственный бюджет на невиртуальные встречи был ограничен, и эти средства были передвинуты для организации семинаров, конференций и так далее в Zoom. И поэтому, хотя многие встречи в реальном мире были отменены, эти средства были передвинуты на организацию других мероприятий в онлайн-режиме и также на мероприятия, связанные со здравоохранением. В нашей стране во время пандемии наше правительство приготовило также особую стратегию цифровизации всех государственных услуг, которые должны быть выполнены в цифровом режиме, главным образом в цифровом режиме по 2025 год. Следующий докладчик или выступающий, назовите свое имя. Меня зовут Плантина Могони. Я представляю секретариат IGF форума из ЮАР. И я хочу сказать, как позитивно повлияла пандемия на интернет-пространство. Конечно, я должна рассказать о ускоренной цифровизации школ, в частности, находящихся в удаленных местах и в сельских местностях. То есть удалось использовать современные технологии для организации удаленного обучения в пользу разных участников и учеников, в частности, из малообеспеченных семей. Спасибо большое за вот эту сжатую форму высказывания. Спасибо за ваш голос и ваше высказывание. Кто еще хотел бы взять слово? Кто-то там поднимал руку сейчас. Вы ушли из очереди. Большое спасибо. Я буду говорить по-французски. Меня зовут Альба Шарбан. Я секретарь IGF. И буду говорить коротко. То есть наш опыт является позитивным. И действительно были положительные результаты пандемии, положительные последствия. В последнем отчете мы отмечаем позитивный рост в отношении большого роста числа пользователей интернета в нашей стране. Мы также заметили скоростной интернет в более расширенном пользовании.
Молодежь также стала пользоваться интернетом для обучения, и люди стали пользоваться интернетом для продажи разных вещей, не только в соцсетях, но и вообще в интернете. И learning, и все онлайн-услуги также сильно расширились. Школы, в частности, средние школы развиваются в плане онлайн-обучения, например, разные конкретные школы, лицеи и так далее, также образуют свои онлайн-платформы. Раньше не было цифровизации госуслуг, сейчас мы можем платить налоги через интернет, основать свою собственную хозяйственную деятельность по интернету. Этому всему мы радуемся и будем надеяться, что все пойдет именно в такую хорошую сторону. Спасибо большое. И последний человек, который хотел бы рассказать о положительном влиянии пандемии, это Марсел, который является членом IGF форума. Он участвовал в организации EuroDig. Ускорение цифровизации – это весьма важная проблема, но я хочу сказать, что мы в состоянии сотрудничать на международном уровне в Европе. Мы в состоянии бороться с пандемией именно в таком плане. У нас есть мобильное приложение, которое помогает нам издавать подтверждение вакцинации. И такой сертификат вакцинации признается по всей Европе. То есть при помощи этого приложения мы можем доказать органам данной страны, что мы прошли вакцинацию. Так что это очередной шаг в ту сторону, чтобы мы лучше боролись с пандемией. Я думаю, что это тоже очень позитивно, и стоит об этом упомянуть. Спасибо. А сейчас передаю слово Ольге. К сожалению, у нас уже осталось мало времени. Конечно, позитивный аспект – это то, о чем всегда стоит говорить. Я думаю, что их больше, чем негативных или злых аспектов. Но давайте еще поговорим о том, что является плохим и злым аспектом. А кто-то не получил слово в этом раунде, но давайте, может быть, попробуем в следующем раунде. Ольга, я передаю вам слово. Я всегда оптимистка в плане новых технологий. Я уверена, что там больше плюсов, чем минусов. В частности, в кризисное время я тут заметила, что плюсы включают в себя торговлю через интернет, цифровую аутентификацию услуг. И это был пример из Италии. Был также доступ к результатам исследований или тестов на коронавирус, доступ к сертификату о вакцинации, возможность удаленной работы, возможность удаленного обучения и так далее. Я думаю, что без интернета трудно себе вообще представить повседневную жизнь. Так что, несомненно, интернет во время кризиса оказался очень-очень полезным. Давайте сейчас перейдем к негативным последствиям и сторонам интернета. Мы говорили о плохих, негативных. Я думаю, что многие тут у нас захотели бы высказаться. Да, у нас уже очередь выстроилась. Сандра, ты готова? Да, я готова. Я, к сожалению, вас не вижу, но могу сказать, что я готова. И здравствуйте, я представляю форум IGF из ЮАР, и я знаю, что я должна концентрироваться в данный момент на вот нехороших
плохих аспектах интернета, но у нас очень много примеров развития, которые дает нам интернет. И хочу сейчас вам рассказать об ускорении процесса применения приложений для негласного наблюдения, для слежки. В Африке, во многих странах, не хватает достоверных данных на тему защиты прав в плане персональных данных. И вот плохая сторона интернета, которая показала свое лицо во время пандемии, это были случаи ущемления прав человека, когда вот защита персональных данных не работала достаточно. Спасибо огромное. И очередной выступающий Андиас Абдиас. Спасибо за возможность взять слово. Я хочу рассказать о трех вопросах, которые мы заметили в Панаме во время пандемии. В 2021 году появилось больше хакерских атак в нашей стране. В нашей стране у нас еще нет законодательства, которое могло бы нас защищать в цифровом мире. Во-вторых, увеличилось насилие над женщинами в интернете. К сожалению, в данный момент не соблюдаются стандарты по правам человека в нашей стране. И в-третьих, многие ученики и студенты не могли пользоваться удаленным обучением, потому что у них не было соединения с интернетом, или у них не было девайсов, или у них не было просто стабильной связи. Так что многие из них просто покинули школу и перестали вообще учиться. Хочу сказать, что появился в нашей стране закон об удаленной работе. Но пока что этот закон не хорошо приспособлен к действительности во время пандемии. И еще один момент. Женщины в Панаме во время пандемии, им приходилось также работать домохозяйками, а не только ходить на работу или работать в удаленном режиме. Здравствуйте. Я представляю организацию Internet Society. Я сейчас подключаюсь из Шри-Ланки и хочу рассказать о плохих сторонах интернета, как меня попросили. К сожалению, было зафиксировано гораздо больше случаев самоубийств среди молодежи. И оказалось, что необходимо разговаривать о психологических проблемах. Наша организация предприняла определенные шаги в области психологического консультирования, и пандемия COVID-19 также показала нам проблемы со связью, в том числе и в регионах очень удаленных, например, в горах. Некоторые студенты и ученики не могли подключаться к интернету. Некоторые даже им приходилось зайти на дерево, чтобы получить хороший сигнал. Это было опасно. Спасибо огромное за ваши комментарии. Наруита, сейчас ваша очередь. Да, алло. Вам слово, Нарулита. К сожалению, очень сильное эхо у нас. Или захватите другой микрофон. Или у вас, если у вас есть другой микрофон, тогда, пожалуйста, поменяйте микрофон, если возможно. К сожалению, качество звука не допускает перевод. Не слышно, что говорит выступающий.
Спасибо большое, Нарулита. Сейчас, Мохаммед, вам слово. Я постараюсь ответить на этот вопрос о плохих аспектах интернета в кризисное время. Я буду говорить, в частности, о Северной Африке. И думаю, что там мы просто очень ярко поняли, что у нас есть недостатки инфраструктуры, нет полного покрытия сети интернет. И, в частности, группы, которые уже находятся на обочине общества, у них не было доступа, они остались позади, не могли идти в ногу со временем. Это связано с нашим разговором о разницах в доступе к интернету, то есть связь недоступна всем в мире, в частности, дети беженцев не имеют возможности обучаться. И говорят об огромном числе человек, у кого вообще нет возможности воспользоваться прекрасными возможностями интернета. Это вот пандемия COVID-19 еще и подчеркнула. Нет также четких правовых рамок, которые могли бы ускорить процесс глобальной связи. Так что главным образом я хотел бы просто затронуть вопрос обучения или недоступности обучения в онлайн-режиме, также услуг, онлайн-услуг. У некоторых местных сообществ просто нет такого доступа, они отключены или исключены. Спасибо за ваше замечание. У меня еще Люсиано, Осваль, Хорхе, Амир, Лаура. Я надеюсь, что эта часть, касающаяся плохих сторон интернета, окажется очень-очень краткой. Люсиан, вы меня слышите? Тогда, Освальдо, перейдем к вам. По-испански. Огромное спасибо, Ольга. Что касается изменений моделей связи, с которыми мы имели дело во время пандемии, это имело огромнейшее влияние на наше общество. Когда, например, мы на работе или когда мы в нашем офисе и в кабинете, да, у нас был доступ в интернет, а когда мы возвращались домой, уже такого доступа не было. И госадминистрация сама должна была защищаться от хакерских атак. Им приходилось это делать. Так что действительно надо было дать полномочия госадминистрации, чтобы они это делали сами. Многие пользователи потеряли веру и доверие к приложениям и к интернету. И я думаю, что мы должны создать такие возможности в обществе, чтобы люди могли пользоваться интернетом и как-то вступать во взаимоотношения по интернету с другими. И хочу еще рассказать о хакерских атаках во время пандемии. Появились разные вредные приложения, очень много вирусов, и очень многие субъекты стали жертвами именно таких атак. Кроме того, появлялись ситуации, когда, например, какое-то государственное учреждение должно было заплатить очень много денег, чтобы восстановить доступ к услугам или к своим данным. Сейчас я передаю слово Хорхе. Огромное спасибо, Ольга. Я представляю
форум управления интернетом из Испании. Хочу сказать, что часто мы, испанцы, говорим о том, да, что у нас замечательный охват интернета, лучше, чем в Германии или в других странах Европы. Но вот любопытная вещь случилась. В Испании у нас очень много малых местностей, в которых скорость интернета гораздо слабее. И во время пандемии оказалось, что именно в этих местностях, где вот доступ в интернет был слабее или хуже, удалось иногда эту скорость интернета как-то поднять. И в этих местностях, где скорость интернета высока, показатели экономики оказались очень позитивными. А там, где невысокая скорость интернета была отмечена и зафиксировано, что не было позитивных изменений. Я, другими словами, хочу сделать следующий вывод, что нам необходимо иметь доступ к скоростному интернету также в небольших местностях. Там, где хуже доступ к инфраструктуре, потому что только тогда мы сможем заметить позитивное влияние цифровой трансформации. То, чего мы не видели в случае мобильной связи, но вот в случае широкополосного доступа, тут большая разница фиксируется между большими городами и маленькими городками, то есть в отношении доступа к скоростному интернету. Я думаю, что это очень важный результат исследования и очень важная информация, которую мы хотим передать из Испании. Лаура, я передаю вам слово, а затем Лусиен. Хорошо, я хотела только подчеркнуть то, что я говорила раньше. Мы сделали такой анализ технологий, и платформы оказались очень важными в плане сохранения общественных отношений, что является особо важным в такой стране, как Колумбия. И мы в Колумбии заметили, что интернет оказывал большое воздействие на общественную мобильность, что есть такие места в Колумбии, где из-за интенсивных потоков в интернете он перестал действовать. И если такое происходит, то появляется недоверие пользователей к цифровым платформам. В то же время пользователи начинают опасаться нарушения своих прав, в том числе право на свободное выражение своего мнения. Я перейду на английский язык, а я на этот раз буду говорить на французском. Дорогие коллеги, санитарный кризис усугубил ту проблему, что интернет бывает иногда злом, но чаще всего лекарством. Иногда это панацея. Говорю, в Риме, в глобальной деревне у нас 5 миллиардов пользователей, а этот кризис подчеркнул, настолько хрупкой бывает действительность, настолько важной бывает инклюзивность, насколько важно, чтобы у всех была возможность пользоваться интернетом. Борьба с дезинформацией так же важна, как борьба с другими проблемами нашего общества, и интернет – это лишь отражение этого состояния, отражение того зла, которое совершается людьми. Существует огромная потребность в цифровой трансформации в обществе, особенно среди малых и средних предприятий. Существует потребность в доверии, потому что кризис – это в основном кризис доверия. Это то распутье и беспутье, через которые нам надо перейти совместно. Спасибо. И я предоставляю слово следующему выступающему. Слышно ли нас? Да, здесь Дженна.
Меня слышно? Да, да. Я представляю молодежный форум IGF Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году, в сентябре, мы уже беседовали о защите персональных данных, об устойчивом развитии интернета, а на этой неделе состоялись мастер-классы по некоторому парадоксу, который связан с применением современных технологий и приложений по отслеживанию. Конечно, есть определенные опасения в связи с наружным наблюдением в интернете и отсутствием надлежащей защиты персональных данных. Все эти технологии, которые можно назвать технологиями наружного наблюдения в интернете, это технологии, которые используют, например, платформы соцсетей. Как кажется, национальные правительства тоже все чаще прибегают к таким цифровым решениям. И поэтому сейчас мы пытаемся выработать какие-то указания, которые могли бы применяться потом на таких платформах, как Facebook или Zoom. Во время наших мастер-классов участники говорили о том, что интернет и цифровые технологии должны становиться все более инклюзивными, особенно во время пандемии COVID-19. В такое время мы еще более зависим от цифровых технологий, от интернета, и поэтому в руках правительств находится обязанность по установлению правил, чтобы никто, инклюзивных правил, чтобы никто не был исключен. Это особенно актуально на примере нововводимых вакцин. Такими вопросами мы занимались в ходе наших мастер-классов. Но есть и другие проблемы, которые являются общими для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, отсутствие доступа, всеобщего доступа к интернету. В это время, когда необходим доступ хотя бы для обучения, вопрос доступа является ключевым, и поэтому о нем я упоминаю здесь. Мы не должны забывать о том, что цифровое исключение все еще является реальной проблемой. Спасибо. И я благодарна, Дженна. И, кажется, заявку подает Брам. Если вы меня слышите, я вам предоставляю слово. Слышу, спасибо. Добрый день. Я подготовил 4 таких замечания. Во-первых, в последнее время произошло много преступлений финансового характера онлайн, но появились и различные проявления сексуального издевательства в сети. Мы были свидетелями того, что сообщества, которые уже вытеснялись на обочину, еще более исключаются из-за отсутствия доступа к интернету. И все еще проблемой остается ценовая доступность онлайн-присутствия. Нам также необходимо наращивать цифровые навыки на африканском материке. Хочу еще сказать, что пандемия COVID-19 обнажила неподготовленность правительств в плане поставления решений доступа к цифровым технологиям. Спасибо. И вам спасибо. Благодарю за соблюдение временного режима. Плантина, вы следующая. По-моему, ключевым вызовом, с которым нам пришлось столкнуться, особенно в ЮАР, было то, что молодые люди, которые все чаще используют цифровые платформы, нуждаются в гарантии безопасности. Молодые люди пользуются онлайн-платформами не только в образовательных целях, но также и в других целях. И, к сожалению, все чаще отмечаются случаи буллинга, издевательства, запугивания онлайн, что, к сожалению, приводит к самоубийствам. Молодые люди, особенно в вытесняемых сообществах, в интернете размещают неподходящие фотографии своих коллег,
это уже вызывает проблемы. Даже само размещение такой фотографии уже представляет собой нарушение чьих-то прав, например, прав человека. И даже такие знания отсутствуют уже среди молодых людей. Даже насчет того, что можно, а чего нельзя размещать в интернете. Спасибо. Вот это такое замечание между плохими и злыми сторонами интернета, потому что перейдем к части, посвященной злым чертам интернета. А теперь хримино и переходим на французский. Я координатор на Мадагаскаре, чтобы говорить о том, что не является плохим в интернете. Если перейти к плохим сторонам, то неравенство доступа. Если развивающиеся страны, как Мадагаскар, обладают не слишком развитым доступом к интернету, то в то время, когда школы были закрыты и не могли работать, за исключением частных школ, когда работали только частные школы, оказалось, что без доступа к интернету нет доступа к образованию, а частные школы могли работать, потому что у них был доступ к интернету. Во время пандемии многие предприятия перешли в режим онлайн, но многие люди потеряли работу, потому что у них не было доступа к интернету, и у фирмы, на которой они работали, тоже не было такого доступа, потому что не было и компетенции, как пользоваться интернетом. И, наконец, мы заметили, потому что немного отслеживается из того, что происходит онлайн в Мадагаскаре. Так, мы заметили, что интернет – это место, где очень много происходит отслеживания поведения других, что вызывает многие проблемы. Интернет таким образом стал для многих людей инструментом, позволяющим совершать кражи. Спасибо. Ахмад, вы нас слышите? Тогда, может быть, следующее, кто стоял в очереди. О, Амир у нас показался. И, пожалуйста, сначала вы. Меня хорошо слышно. Кажется, да. Добрый день всем. Уважаемые участники дискуссии, уважаемая модератор, спасибо за голос, за предоставление мне слова. Во время пандемии COVID-19, можете я сначала представлюсь, прошу извинения, меня зовут Амир, я представляю сообщество, объединенное вокруг саммита IGF Ирана. Я хотел сказать, что пандемия COVID-19 обнажила негативные последствия цифровых санкций, которые коснулись некоторых стран. И эти санкции оказались весьма вредными, особенно во время пандемии COVID-19. Надеюсь, что этот ключевой вопрос также будет учтен в отчете от цифрового саммита IGF-2021. Эти цифровые санкции во многом касались инвестиций в интернет-протоколы, инвестиций в различные интернет-ресурсы, а также были связаны с отсутствием доступа к сети, что представляло собой ключевой барьер в достижении целей устойчивого развития. Мы считаем, что отсутствие доступа к интернету является нарушением прав человека, не предоставляет доступ, прекращает доступ к образованию, не позволяет вести бизнес. У некоторых студентов есть проблемы с доступом к основным научным базам данных, и некоторые компании также не могут присутствовать онлайн. Услуги иранских компаний не предоставляются на таких платформах, как Apple Store или Google Play.
Итак, я бы хотел призвать принимать решения недискриминирующего характера, расширяющим доступ к технологиям ICT. И благодарю за возможность высказаться в этом форуме. Спасибо за комментарий. И Яо будет последним, кто сможет задать вопрос или представить комментарий в этом раунде. К сожалению, качество звука не позволяет выполнять перевод. Спасибо, Яо, за ваше высказывание. Это конец этого раунда. Подведем его итоги. Подведем отрицательные стороны: вопросы безопасности, безопасности данных и проблемы с доступом, а также с местным контентом. Просьба от одного из наших модераторов. Вы хотели что-то сказать? Да, на французском. Я представляю IGF Бенина. Мы разговаривали, но забыли о том, что интернет – это инструмент. А есть компании, которые поставляют эти услуги. И то, что мы видим, то, на что мы опираемся сейчас, это ведь вопрос поведения онлайн-пользователей. Было бы очень хорошо, если бы мы могли разделить эти вопросы. То есть это не интернет как инструмент, который отвечает за то зло, которое в нем происходит, а мы, как люди, как конечные пользователи, отвечаем за то, что в интернете происходит. И в этом плане мы провели сессию, в которой мы старались повысить сознание конечных потребителей, пользователей, потому что зачастую инструменты, площадки, приложения руководятся определенными правилами и нормами, которые должны быть обязательными для пользователей, чтобы они самих себя могли защищать. Необходимо обращать внимание на свою приватность, защищать ее самостоятельно. Это я хотела сказать. Спасибо. И еще одно высказывание. Ольга, благодарю вас всех. Это неимоверно, какой богатой получилась у нас эта дискуссия, какие многие регионы мира представлены в этой дискуссии. Времени у нас очень немного осталось, всего лишь 20 минут. Давайте присмотримся этим злым аспектом, а после этого проведем открытую дискуссию. Думаю, что времени может для этой дискуссии не остаться, но посмотрим, как у нас это удастся. Начнем с этих злых аспектов, и я предоставляю слово нашим докладчикам, и хотела бы попросить наших докладчиков, чтобы они учли те вопросы, которые затрагивались в чате, потому что там появилось очень много интересной информации. И эта информация, эти комментарии необходимо тоже учесть в отчетах от этой сессии. И я прошу подавать заявки на слово, сделаем очередь заинтересованных выступить. И эта очередь, конечно, в определенный момент будет закрыта. Подавайте заявки и прошу докладчиков не повторять сказанное раньше. Приглашаю. Старайтесь вносить новый вклад в дискуссию. Итак. Я смотрю на свой экран, я смотрю вот на эту очередь, которая здесь выстраивается. Первая Ольга из Украины, затем Назар, Муродни, Мухаммед. И затем Роберт и Марсель. Ольга, вам слово. Меня зовут Ольга Кирилюк. Я представляю форум, Восточноевропейский форум по управлению интернетом. Я хочу сказать, что очень трудно что-то классифицировать и определять только в таком аспекте, что что-то хорошее или плохое.
То есть у нас могут появляться такие явления, которые где-то там на грани. Они не черные, не белые, они серые. И хочу привести пример такого явления. Это приложение, которое позволяет отслеживать распространение случаев COVID-19. Мы провели такой проект в прошлом году. Этот проект охватывал анализ того, что происходит в нашем регионе в плане именно таких приложений. И мы сосредоточились на том, как это выглядит в 20 странах нашего региона. Мы хотели посмотреть, как власти откликаются на вот эти новые вызовы, как используются приложения, отслеживающие граждан, и как здесь все выглядит с точки зрения безопасности персональных данных. Конечно, намерения были благими, но власти не провели оценку влияния на права человека, они не ввели механизмы мониторинга того, в какой степени положительными или эффективными являются эти приложения. Но мы видим очень четко, что данные очень часто не были защищены, не было тут должной дисциплины. Так что мы представили соответствующие рекомендации для органов властей, отвечающих за здравоохранение, и также рекомендации для компаний, разрабатывающих такого рода приложения, чтобы улучшить ситуацию в будущем. Очередной выступающий. Hello. Назар, вам слово. Спасибо, Ольга. А здесь вот это эти злые или совсем уж некрасивые аспекты. Школы были завершены, то есть как бы закрылись ввиду пандемии. Интернет не везде помогал, то есть ученики не всегда могли учиться удаленно, преподаватели не всегда могли вести занятия в удаленном режиме. Это, по-моему, злой аспект. Интернет не пришел в помощь и не спас ситуацию учеников во многих частях мира, во многих регионах. Очередной вопрос. Это вопрос ущемления права на частную жизнь, ущемления права на неприкосновенность персональных данных. Иногда мы просто не знаем, что происходит с нашими данными, у кого есть доступ к нашим данным. Вот эту проблему также подчеркнула пандемия. Я хотел об этом сказать. Спасибо. Сейчас Родни, очередной выступающий. Караибский телекоммуникационный союз или союз электросвязи. Я хочу сказать, что с нашей точки зрения мы видим большие неравенства в мире в отношении компетентности и цифровых навыков. Они лучше в развитых странах и хуже в развивающихся странах. То есть мы должны позаботиться о том, чтобы вот эту пропасть, этот разрыв закрыть. Мы должны как бы поставить себе очень четко эти цели, чтобы закрыть этот разрыв и действительно делать прогресс именно в этой области. Будем надеяться, что на протяжении 50 лет нам удастся приблизиться к выполнению целей устойчивого развития ООН, и что цифровой разрыв не будет расширяться, а наоборот, он будет сужаться или полностью исчезнет, чтобы цифровые навыки были доступны к широкому кругу пользователей. Спасибо, Родни. Сейчас Мухаммед. Спасибо огромное. Что касается того, что я бы хотел сказать, это следующее. То есть мы имеем дело во многих случаях с цензурой и с попытками органов властей, чтобы контролировать уж слишком пользователей. Не всегда соблюдаются права человека в интернете, в частности, в некоторых регионах. Так что здесь надо очень внимательно к этому отнестись. Вопросы безопасности, нарушения прав человека, в частности, прав на
цифровое пространство, негласная слежка. Мы должны об этом говорить как активисты и как рядовые граждане, которые должны об этом говорить и призывать к изменениям в этой области. Мы должны позаботиться о том, чтобы везде соблюдались права на свободу слова. Но это не всегда факт. В частности, в Северной Африке, у нас с этим проблемы. Негласная слежка, цензура, они по-прежнему преуспевают, живут в цифровом пространстве, что ведет к ущемлению прав человека. И еще следует об этом говорить, и по мере возможности следует предпринимать действия и меры для изменения ситуации к лучшему. Защита персональных данных – это тоже важный аспект. Есть и другие аспекты, но я не буду уже об этом говорить. Сейчас мы перейдем к Роберту. Спасибо, Сандра, спасибо, Ольга. Я очень рад, что могу находиться здесь на месте. В Катовице я буду говорить на испанском языке. Что касается вот этой злой стороны интернета, то есть когда мы сидели дома в самоизоляции почти 2 года, это во-первых, но и как общество мы также были в самоизоляции определенного характера. Мы пытались понимать, что происходило, и мы пытались как-то понять, как мы выберемся из этой ситуации. Это вот злая часть. Второе, мы не понимали, как изменится наша жизнь. В прошлом году еще мы старались и поменяться, обмениваться опытом. Сейчас пандемия продолжается, ситуация улучшилась. Очень много разного рода творческих идей появилось. Как сделать жизнь более нормальной во всей этой ситуации? Интернет был нашим главным союзником. Это положительная сторона интернета. Но вот как много раз уже это было озвучено, к сожалению, отнюдь не у всех есть доступ в интернет, и мы должны с этим справиться. Вот возвращаясь к тому, что злое, я очень рад, что мы замечательным способом можем делиться нашим опытом, как мы справлялись на протяжении этих долгих месяцев пандемии, как интернет нам помогал. Я думаю, что мы должны продолжать обмениваться опытом. Во все эти дни мы слышали, что мы оказались в такой же ситуации в Африке, в Северной и Южной Америке, в Европе. И вот сравнить нашу ситуацию, это очень важно. Мы можем делиться решениями, которые были применены в одной стране, чтобы они могли применяться и в других странах. Спасибо большое. Спасибо огромное, Роберто. Я согласна. Да, мы должны действительно продолжать этот разговор, обмениваться опытом, обмениваться информацией. Марсел, ваша очередь, потом еще один участник, и мы завершим 3-й раунд. Спасибо большое, Сандра. Я хочу сказать следующее. Родни Тейлор сказал кое-что о развивающихся странах. Я хочу прокомментировать это. Пандемия COVID-19 оказала большое давление на все страны, и в частности оказала очень негативное влияние на развивающиеся страны. У этих стран очень ограниченные ресурсы для поддержки местных компаний или бизнесов. А еще в этих странах очень небольшая группа квалифицированных сотрудников, которые могут полностью радоваться всеми благами интернета. То есть это большая проблема в развивающихся странах. У них просто меньше
меньшая доля населения имеет соответствующие квалификации. И это может влиять отрицательным образом на общество этих стран в эпоху пандемии. То есть мы должны поддерживать малообеспеченные страны или развивающиеся страны, чтобы укреплять их потенциал в этой области. Спасибо, Марсел. И последнее. Выступающая Зейна. И Зейна, приглашаю вас. Да, здравствуйте, приветствую всех. Я представляю IGF в Ливане и хочу прокомментировать другие кризисы, которые влияют на интернет. Буду говорить на арабском языке. Все, кто знают Ливан, знают, что большой проблемой является нехватки электроэнергии, то есть электроэнергия иногда просто отключается. И очень часто нет доступа к электроэнергии, и у людей есть специальные генераторы тока, дизельские, и это большая проблема в Ливане. К сожалению, топливо также импортируется и платится за это твердой валютой. Это очень дорого обходится, и это сказывается на доступности основных продуктов, товаров и услуг, и в частности сказывается на доступе в интернет. Это грозит по неполадкам стабильности интернет-сети. Очень частый случай отключения электроэнергии в Ливане просто стали уже общенациональной проблемой. Большие компании создают монополию именно в этой сфере. Поэтому в Ливане, к сожалению, мы стали свидетелями падения качества доступа в интернет вследствие вот таких общих экономических проблем и вследствие того, что у страны нет собственных ресурсов. Есть, конечно, и другие проблемы, другие опасности или риски, связанные с недоступностью запчастей для основной компьютерной инфраструктуры и интернет-инфраструктуры, что мешает развивать всеобщий доступ в интернет. Данная инфраструктура недостаточна. Еще одна проблема в Ливане, с которой мы живем, это то, что у нас нет достаточно квалифицированных, образованных кадров, людей, кто мог бы работать в гибридном режиме во время пандемии и обменять организацию своей работы и свою доступность так, чтобы подключиться к цифровому миру. И поэтому это очень заметная проблема в общественном пространстве, как и в частном секторе, так и в государственном секторе. Единственный позитивный элемент – это возможность как-то расширять осведомленность этих проблем и повышение осведомленности того, что в нашей стране спасением был бы доступ к солнечной энергии или к альтернативным источникам энергии. Спасибо огромное, Зейна. Спасибо всем, у кого была возможность выступить, высказаться. Спасибо всем, кто поделился своими замечаниями. У нас остались всего лишь 3 минуты. Вот думаю, как использовать это время. У нас на повестке дня еще остались некоторые элементы, но вот у нас уже очень мало времени. Вот такое предложение. Что это за предложение? Я не слышала от тебя, не знаю, что ты сказала. К чему мы сейчас переходим? Какие у нас планы? Да, я думаю, мы сейчас перейдем к
очередному элементу. Это означает, мы будем говорить об очередных аспектах и посвятить время диалогу, потому что мы говорим о процессе. Мы встречаемся один раз в год всего лишь, но между очередными выпусками IGF очень много чего происходит. Так что можно сказать, что все эти элементы, они как-то как-то влияют друг на друга. Я думаю, что сейчас время подошло, чтобы отдать слово нашим докладчикам, которые подведут итоги нашей дискуссии. Меня слышно? Да, слышно прекрасно. Я вместе с Муриэль являюсь докладчиком этой сессии. Что я могу сказать? Что касается позитивных аспектов, надо, во-первых, указать цифровизацию, ускорение цифровой трансформации и доступ к большему количеству госуслуг. Что касается плохих последствий, это локдаун, это самоизоляция, карантин, это то, что школы не могли работать достаточно эффективно, не удалось обеспечить непрерывность обучения в большинстве школ. Что касается злого аспекта, мы должны говорить о том, что называется буллинг, то есть запугивание в интернете, атаки в интернете, также психологические проблемы, то есть самоубийство, растущее число самоубийств, связанное с изоляцией во время пандемии. Позитивные элементы – это цифровые услуги, это торговля через интернет. Есть и негативные аспекты, то есть кибератаки и, например, вот запугивание в цифровом пространстве. Спасибо большое. Я думаю, что мы подошли к концу этой сессии. Мы, к сожалению, укладываемся во времени. Я думаю, что Анна должна что-то сказать в конце. А я хочу подчеркнуть, что я приглашаю всех, в частности, докладчиков, чтобы они отслеживали очень-очень подробно все то, что происходило на чате, и чтобы во время приготовления конечного отчета учесть все замечания из чата. Это позволит нам продолжать нашу работу будущим, и мы хотели бы, чтобы вот это прекрасное, богатое содержательная сессия позволила нам продолжать нашу работу после завершения саммита. Спасибо еще раз всем, кто поделился своими замечаниями, и приглашаю вас записаться на нашу рассылку, которую мы будем рассылать по электронной почте. Аня, я передаю тебе слово, чтобы ты могла завершить эту сессию. Аня с нами? Она в зале? Да. Извиняюсь, это очень большой зал, очень трудно было быстро перейти из первого ряда на сцену. Спасибо огромное. Большие аплодисменты Сандре, Ольге, нашим докладчикам. Да, спасибо огромное. Это была непростая задача. А вот еще конечный доклад или отчет – это тоже трудная задача. Вот как сказала Сандра, вот эта дискуссия оказалась очень вдохновительной, очень содержательной. Я думаю, что это будет отражено в нашей работе до времени очередного саммита до 2022 года. Мы встретимся с вами еще раз. Огромное спасибо всем выступающим. Спасибо огромное. Будем надеяться, что мы встретимся лицом к лицу во время очередной сессии IGF, саммита IGF. Спасибо.